Сегодня, когда в нашей стране вот на днях был принят бюджет государства с огромным бюджетным дефицитом, всего за год господин Шор в городе нашел возможность практически удвоить бюджет города, при этом не повышая ни налогов, ни сборов. В пределах 50 миллионов весь бюджет города. Сегодня Илон Шор нашел возможность увеличения этого бюджета до 100 миллионов. Это в то время, когда республиканские власти не знают, как залатать дыры в бюджете республиканском. Вы знаете о том, что сегодня в городе Аргеев цена на воду снижена в два раза, в то время как в других районах и городах она поднялась существенно, и сегодня идут разговоры о том, что необходимо эту воду поднимать и в Кишиневе. В городе создано несколько социальных магазинов, где малоимущие граждане по своим карточкам приобретают с существенной скидкой товары первой необходимости. В то время как в Кишиневе 10 лет ведутся дискуссии, что делать с бывшим республиканским стадионом и где найти деньги на строительство хотя бы единственного нормального стадиона в Кишиневе, в Аргееве их построено за год 4. Я могу продолжать этот перечень тех успехов, которые тут всего лишь за год произошли в городе Аргееве под руководством мэра Илона Шора.